друзья, здравствуйте! Сегодня я буду готовить витаминный салат. Готовится он из свежих овощей. И чем он хорош, что добавлять в него можно практически любые сырые овощи и даже фрукты. В моем случае это 0,5 килограмма капусты, 2 маленьких кислых яблока, 1 морковка, 1 небольшая болгарская перчинка, 1/2 красной луковицы и укроп. Капусту я очень тоненько нарезаю. И вот эти вот нарезанные кусочки я еще нарежу поперек, чтобы удобнее было их есть. Нарезанную капусту надо вот так вот хорошо помять рукой. Говоря по-французски, пожамкать ее. Это делается для того, чтобы она была немножко помягче. Лук надо нарезать тоненькими, четверть кольцами. И выложить к капусте, разделяя на отдельные чешуйки. Болгарский перец также нарезать четверть кольцами. Постараться это сделать тоненько. Морковь натереть на крупной терке. На крупной терке я натру яблоки. И мелко нарежу укроп. Измельченные овощи я перемешаю, чтобы они распределились равномерно. Для заправки я возьму 1 столовую ложку лимонного сока. Можно также взять столько же яблочного уксуса 6%. 1 столовую ложку соевого соуса. 1 столовую ложку сахара с маленькой горкой. Немножко по вкусу посолю. И перемешаю, чтобы сахар и соль растворились. Теперь волью сюда 2 столовые ложки растительного масла, ароматного, нерафинированного. У меня подсолнечное. И еще раз перемешаю. И помешивая, вылью соус на салат. Теперь салат надо опять хорошо перемешать. И поставить его в холодильник настояться на 1-2 часа. Друзья, салат готов. Он очень вкусный, очень полезный. Сочетается практически с любыми горячими блюдами. И доступен в любое время года. Приятного аппетита!